Ну привет! Сейчас я покажу вам примеры фото и видео со смартфона Ulefone Armor 9, который первый среди всех защищенных смартфонов получил камеру с разрешением 64 мегапикселя. Это мощный смартфон, работающий на процессоре Helio P90. В нем есть тепловизор, а чтобы понять вообще, что это за гаджет, советую посмотреть полный обзор. Ссылочка будет в описании. Если вкратце, то камера здесь очень достойная. Но вот со съемкой видео реально какие-то проблемки у всех производителей броников. Смотрите пример записи Full HD. Тест записи видео на Ulefone Armor 9. Картинка смазанная, стабилизация электронная вроде есть, но по факту особо не ощущается, запись звука тоже средняя, зато под водой снимать можно. Кстати, вот это видео и запись в 4К вы найдете по ссылке в описании, там же и все фотки с этого обзора. Скачивайте, кому нужно рассмотреть более подробно. Ну и самое интересное, фото возможностей. Я не хочу затрагивать такие режимы, как красота, прорежим, боке, этим мало кто пользуется, а вот автоматический режим самое то. Именно в нем и делались все фотки с этого обзора. Первое фото сделано в 19:03, то есть это еще не сумерки, но и не день. Здесь нет явного пересвета на здании от солнца. Картинка очень четкая, темные участки не проваливаются и все в целом очень good. Второе фото. Здесь-то мы и видим возможности автоматического режима съемки. Смотрите, яркий солнечный день, при этом небо отчетливо прорисовано, здание в фокусе, ни пересветов, ни засветов нет, ну а контуры дома лишь немножко поддались перешарпу, и то под огромным увеличением это заметно. А так все просто супер. Третий пример. Так сказать, пейзажный снимок, где объекты и близко, и далеко, и все вместе. И только посмотрите, как круто можно приближать на 64-мегапиксельной фотографии. Да, надпись хоть и смазанная немного, но посмотрите, на каком расстоянии делалось фото. По цветопередаче вопросов нет. Все так, как и было на самом деле. Четвертое фото – это уже глубокая ночь. Яркие фонарики, заправки. Да, они естественно смазались, но здесь я прошу обратить ваше внимание на четкость снимка в целом, особенно на читаемую надпись «Ремонт», что находится метрах в 30 так от меня и свет на нее практически не попадает. Кстати, не знаю в чем причина, но шумов на этом фото не критично много, и в целом я считаю это неплохой уровень. Пятый пример. Да, ну вот нравится мне улицы фотографировать. Здесь обратите внимание, а, на то, что нет проблем с экспозицией вообще, б, здесь даже видны номера и их можно считать. Ну а если серьезно, то текстура асфальта, мелких деталей на ней отчетливо видна. Картинка в целом отлично сбита и по цвету, и с четкостью все в порядке. Шестое фото, а это просто желтые листья комнатного растения. Да, это пример съемки в квартире со включенным софтбоксом, плюс некая попытка сделать макро. Что в целом получилось неплохо, так как шумов на фото нет, четкость просто отличная. Седьмое фото. В условии недостаточной освещенности, вокруг черного текста естественно появляются белые засветы, но в принципе это нормально, так как они очень небольшие, текст читабельный, все на среднем уровне, вполне хорошо. Восьмой пример – река утром. Здесь тоже примечательно высокая четкость, даже местами излишняя, но без видимого перешарпа. Песок, дно возле берега – все прорисовывается очень хорошо, да и темные участки не слились в одну кашу. Девятый пример – селфи. А вот здесь вы уж сами напишите в комментариях, как кому качество. Оцените по 10-бальной шкале, где 10 – это топовые качества, а 1 – самое плохое. Я же свое мнение по поводу селфи-снимка оставлю в комментах спустя несколько дней после выхода этого ролика, чтобы с вами свериться. И последний пример – бурлящая водичка в фонтане. Да, естественно, чтобы снять падающую воду четко, нужно вручную выставлять параметры съемки, а именно выдержку. Я же повторюсь, все фото делал в автоматическом режиме. Несмотря на то, что часть воды смазанная, сверху более четкая, все же окружающая территория достаточно четко прорисована и с освещением проблем нет. Снимок делался примерно в 10 утра, в тени. И особенно хорошо на всех фото мне нравится обработка темных и светлых участков. Они вообще не завалены, отчетливо видны контуры и вообще в плане фото камера меня порадовала. Это были примеры, снятые на Ulefone Armor 9. В описании я оставляю ссылку на все исходники, также там будет ссылка на полный обзор данной модели и советую его, конечно же, посмотреть, если не смотрели. Ну и, конечно, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если провели время с пользой. Всем удачи и добра, пока!